нужно двигать, просто поставить и все. Да, вряд ли они. Сейчас я восстановлю. А ты с 2,5 стримишь? Да, брат. 4 не надо? Ну, Михаил, на 4 много. Я понял, не вывозил. Где? Где? Все нормально, брат. Все, работаем. Тут чат встал. Короче, я вот это выкладываю. Вот это как? А, все, окей. Да, тоже нормально. Да, да, ребят. Главное, чтобы мне... Я их поснимаю, этих прекрасных дам. И не дам. Да, но не дам. Да я устроился, конечно. Да. Все, как дела, Михалина? Супер. А у тебя? Я хочу узнать, кто из вас лучше пиздец. Арина или Михалина? Я и Галина по-любому, тут что она... Надо спасает. Проверить. Это прикольно. Надо проверить, да. Я со злым хотел в грязюке. Нас они в бассейн закинули в купальниках, чтобы мы пиздили. Я занимаюсь, блин, пару месяцев. Галина вообще-то мастер. Не самому, как она называется. Ну, я не мастер. На дымовую хуйню. Басик, КМС, да, воды нахуй. Холодно. Увези в ключе. Часик не побудет, иди по. В воде побороться? Конечно. Слушай, у меня есть это идея. Такая, блядь, да, была. В воде, когда да, не видят радуса на улице. Это такая уже... охуенная идея. Сейчас еще бабьем лето, еще будет теплее. Еще будет чуть-чуть теплее. Сейчас мы берем бассейн с водой, наливаем туда арбизов, и вы с Ариной боретесь. Да, конечно. Заплатите на миллион долларов. Купальника. Да, да. По миллиону долларов и хорошо. Не, ну да, мы с Картманом боремся. Ну, да. Это уже в смысле, минус, так мы с тобой минус, забивались на Диану. Или Диана тебя все покинула. Диана меня покинула. Они на Диану забивались, точно. Диана, в смысле? Кто выиграет, то получает Диану? Да, кто кого отбездит. Диана, а Диана в курсе? Ну все, чатик. Ну, Диана, я думаю, да. Неважно, кто выиграет. Я, короче, уже разработал свой язычок, короче, у меня очень на работе, поэтому, да, поэтому, короче, есть. Нет, куда ты летишь, блядь? Диана уже давным-давно, блядь, со мной, нахуй, давай не расстраивайся. С тобой, блядь, она уже тебя попрокинула, нахуй, давно. Я думаю, кто ей все золото вот это на шее дали? Тебя возраст опрокинул. А меня возраст опрокинул, бля, я в самом соку, бля, соку. А теперь разработал. Кому? Злому? Злому могу, бля. Не надо. Один в парадной. Ну там три в шоколадной получится, ребят. Там у него, блядь, нету. Один в парадной, один в шоколадной, да? Как? Да. Ну типа это для девушек. Но для злого получается, если три использовать, то получается три в шоколадной. Слышь, ниже черепашка, блядь. Кто? Кто? Это завтра игры на бар, он тренируется. А завтра будет? Завтра? Я не знаю, Вадя ничего не говорил. Но он неделю назад говорил, что в пятницу. Да. Если... Просто алкобара может не получаться. Может потом... не получаться, да. Может быть такое... Не очень да. Прикольно может быть. Ох, какие цыпочки. Что, привезти их сюда? Жене, да? Артур, да. Привезти их сюда? Или это кто? Можешь. Камик, у нас есть свои. Тебе мало? А, окей. Ну, у нас такие девочки. Ты охуел. Дед хочет уже, блядь. Дед хочет три в шоколад. Давайте я просто никто на коленка не садится. Я хочу, чтобы тоже вместе. Никто на коленка не садится. Чтобы прикольно было. Я хочу все выставить. Там болезнь, ребят. Там болезнь. Игры, у да, одной болезни или второй болезни. Михалина, тебе надо заходить переодеться? Нет, зачем? На ролик. Мне тоже не надо. Отлично. На Слобока, да нет. На Слобока там вообще есть. На сколько у вас? Через минут 20 минут пойдем уже. А ты дашь палочку? Ну, у меня дом. Хочешь постримить? Да. Дома. Можешь подрубить и жарить сетину? Да. Я дам, да. Ну, все, будешь подрубить. С дедом поедем, позанимаемся грязными делами, как обычно. Можно счет, пожалуйста, как? Конечно. Мне как раз ее зарядило, она нормально. Если ты что-то хочешь вкладывать, то хорошо, конечно. Я тебе скину, я вряд ли сейчас буду просто еще... Что ликс? Что ликс? Нет? Уже 4.15, что? Да, время да. Офигеть. Что еще раз? 4 часа уже. Да. Я знаю. Камень хороший человек, что вы, блядь, волос как у ликса, нет. Ну, Pure Connection, это же телефон, с телефона всегда, ну, типа, пиздец. Хуёво стримить. Не, охуенно стримить. Да не, вы сейчас... Поставьте лайк, я выложила фотки, ребята. Так, ты на меня даже не подписан. Да? Думаешь? Я поставил лайки. 5000 лайков уже. У кого? Хорошо быть. У меня завтра будет еще один реал-стрим. Я завтра иду в зоопарк с девчонкой одной. Какой, Настя? Нет.
Другой. Что ты палишь на стриме? Хотя она будет на стриме завтра. Че, тут что вы так душите? Тут сожили фотки, зашли, поставили лайки. Сейчас, короче, смотрите, ребята. Бизнес-план. Нет. Подождите, подождите. Ну, дайте, блядь, дайте оправдаться. Блядь. Я же хороший человек, слушай. Хорошо. Короче, сейчас Злой кидает рейд Артуру. Артур, это от кальяна, короче. Я сейчас расскажу. Подождите. Сука. А чего они нас, блядь, такие уйдут? Потому что они... ладно, пикап мастер, мастерство вам не надо. Окей, пошли нахуй. Выкладываю без обработки еще второй раз подряд, что он за ним уходит. Я тоже замазываю. Брат, а что ты себе взял? Это ты себе взял? Да. Молочный, да. Это протеиновый. Понятно. Ты взял себе протеиновый этот? Протеиновый сперму. Я хотел им бизнес-план сейчас рассказать, что мы будем делать. Короче, они даже слушают. Расскажи, расскажи, брат. Да они не хотят слушать даже. Да они токсичные некоторые типы. Я вот не знаю, откуда такая токсичность. Хотя нет, это нормально. Брат, да, понимаешь... То, что на играх Абара происходит, это происходит просто задание, чтобы... Понимаешь, я тебе расскажу одно. Они просто пережили со мной очень многое. Я в телегу скину те, которые ты... Понимаешь? И типа они видели меня и кринжовым. Фу, блядь, мерзость ебучая, что ты показываешь, блядь? А я ковыряю, короче. Фу, блядь. Где-то охуенно. Девочки, сосочки. А вы какие у вас планы? Вы что хотите постримить? Так, центр поедем? Да. Мы сейчас... Дед сказал, что там... Я говорю, дед, четверг, я не знаю, что делать. Он говорит, там все будет. Ну, вот под ответственность деда мы сейчас поедем. Четверг? Сегодня четверг? Да. Слава богу. Ну, сегодня так... все дома, мы не могли пропарковаться. Ты говоришь четверг, будто, блядь, завтра он. Я думал, на завтра что-то понял. Не, сегодня, ребят, сегодня посмотрим. Сейчас сегодня, блядь, короче... Не дери, блядь. Хорошо, все. Нет, я улетаю, но вообще... Она устала от того, что в Москве нет движа и будет висеть с нами. Да, перееду сюда уже. Да, мы... Серьезно? Да шучу. Нет. Так оставайся еще. Мне надо... Я полчаса говорю, давай уже. Мне надо больше причин, чтобы остаться. Не, типа одной причины, которая стреляет, сбила в голову, тебе не достаточно. Так возвращай. Возвращай прямо сейчас. Что за причина? Рина, Рин, послушай меня. Возвращай прямо сейчас, потому что чем больше ты тянешь, тем больше не подойдет. А как? У меня у Наташи эти билеты. Мы с ней не можем связаться. Она меня игнорирует. Спасибо. Опа. Я фиксирую с сайта. Привет. Привет. Привет, Кинти. Давай. Со всеми. Ты со мной фоткался уже? Да. Я помню тебя. Да, ну иди сюда. Я твой руководитель. Так со всеми хочешь. Да, я тоже. Сейчас Михалина с Little Penny сам сфоткается. Конечно, или тебе можно. Big Penny. Он заряженный, дядь. Нас, Apple Watch, iPhone последний. Конечно. 12-й мини, кстати. Еба. Близко, не последний. Привет. Здорово, брат. Давай со стримом еще. Со стримом поздоровайся. Привет, ребят. Здорово. Давай. Сейчас я пожму руку. Он со мной фоткался и еще. С Little Penny. Можно, если хочешь, слушать. Уф, да? Бампер какой злого. Уф. Смотри, карты. Завтра кто-то в зоопарке будет его обнимать, понимаешь? Двумя руками. Еще никто в этот не сомневается. Сами, пока. Удачи. Пока. Спасибо. И все там попрощать. Сиди, мы вместе. Посмотрите, да, посмотрите на вот это. Так, смотри. Короче, я вам честно скажу, мне кажется, они будут ебаться когда-то в жизни. Ну, типа, дед с Михалиной. Потому что у них такая хуйня происходит постоянно. Я думаю, что... О, сфоткайте нас, плиз. Подожди. Я сразу вспоминаю мем про хомячка с бананом почему-то. Про хомячка с бананом? Да. Знаешь, ну, какой мем? Да, я знаю. Давай. А может, ты сфоткаешься с Ариной? Давайте я на руку возьму. А может, вы сфоткаете чат, и мы все вместе станем? Не-не, не надо. Красиво, красиво. Красиво на руку. Давайте, мы с папочкой. Ха-ха-ха. Ладно, я не буду так делать, потому что мы так уже делали два раза, и Злой так делал. Так, давайте, кенты. Я даже не обхватываю рукой. Чат, уф. Да, я видел официанта, его даже лицо захватывает. Ты фоткаешь? Фотка! Конечно, я фоткаю. Давай. Я же не ты вчера, чтобы себя фоткать АФК. Идите, сладкие, сюда, на ручки. На ручки идите. Идите на ручки. Артур, ты не хочешь запустить сейчас? Так
Артур. Опа! Да. Ну ему не стало лучше. А, подожди. А, только он такой же, как и был. Даже лучше, может, стал. Но она просто берет его. Я, наверное, всего 12. Лови. Хватит. Давай, а я ловлю только часы. Что, как ты их не стоишь? А где только воруют часы, блядь? Я вам точно отвечаю, что они будут когда-то ебаться. Блин, ебать, я вспотел. Я 52 килограмма, 100 грамм. Быстрее. А мне нормально. Нет, мне нормально, если двумя руками, то вообще. Бля, дед, ебать, мало каши ел. Мало каши ел, блядь, что ли? Я не фоткал. Ты видел его лицо? Найс лайф фото. Нормально? Найс лайф фото. Камик, а почему, когда мы с тобой гуляем по центру и пристаем девочку, ты так не делаешь? Так вообще, слушай, одну же брал на руку. Она тебя за член брала? А ты не волнуйся. Слушай, 2 месяца. О, слушай, давай, давай ты, короче, вот так вот. Одним коленом сюда и арена вторым. Два. Давай. Давай, это охуенно. Это охуенно. Нет. Старый хочет уже... Понимаешь? Нет, так вы 2 месяца надо подождать. 2 месяца еще подождать. На колено. Вы на колено. Что, поедем, девчонки? На колено упрёшь. Поедем? Поехали. Сейчас, минуту. Артур, сейчас подрубай пока, я поговорю с типами. Так, я сейчас поговорю и приду. Интимный разговор. Короче, типы, смотрите. Мы сейчас едем снимать ролик. Я кину рейд на Картмана, не пойду дальше стримить. Мы едем снимать 2 ролика вам на YouTube, чтобы был контент, как бы, да? Надеюсь, мы быстро справимся и снимем вам грязюку. Завтра будет еще один реал стрим, но я пойду с другой девочкой, просто своей знакомой, прикольной. Мы пойдем в зоопарк, я хотел эту идею давно вынести. Она такая милая, смазливая, там, пари-рури. По приколу будет классно, все будет супер. Сейчас я кидаю рейд-карту, и продолжается грязюка. Сегодня, может, еще увидимся на стримах где-то, не знаю. Нет, еще. Я не прощаюсь, я им просто объясняю. Что ты объясняешь? Ой, не надо объяснять. Посмотрите, какие красотки. Вот и все. Ну что, будем прощаться. Будем прощаться. А ты не хочешь дома дойти с чатиком? Домой? А может, им еще хату показать? Не, я Артуру дам рейд, и мы поедем. Сейчас, подожди минуту. А мы расплатили? Час стрима. Мы расплатили, я расплатился. Ребят, серьезно? Да. Что это такое? Потому что... А вы оставили? Спасибо, как всегда. Да, короче, послушайте, ребят. Почему так мало? Потому что я вообще-то... Мы думали в 12 еще запустить, но надо в 5 отснять ролик, там еще одно дело есть незавершенное. Понимаете? Типа надо его завершить. Одно очень серьезное дело, я не буду говорить, какое. Не плачьте, не плачьте. Мой YouTube в описании. Все в описании. Так, а я смогу скинуть? Туда в чат себе. Я с айфона зашел. Напиши свой ник. Картман ЗБС. Напиши его ник. Не плачьте, еще увидимся. Сегодня у меня в гостях были такие прекрасные дамы, как Ариночка, Михалиночка. Эти прекрасные две мадмуазели и Ниян, которые освещают мои грустные дни, так сказать, да? Парирури, парирум. И кентики, моментики мои, сладенькие, блядь. Вот эти сладкие мои. Все, ты запустил? Да. Давай, брат. Я вас кидаю этому парню, отдаю ему свой стабик и съебаю от вас. И съебаю от вас. Вы не устали? Нет, ты отлично. Отлично, потому что сейчас надо будет еще больше энергии, чем на стримах. Ты же... А у тебя есть расческа дома? Да. А у Артура? Ты рейд кинул уже или нет? Не еще знаю, раз. Ты кинул? Он кинул рейд или нет? Он кидается, блядь? Так, сейчас, так, режим... Он кинулся? Включен, блядь. Короче, лучше хост просто сделать. Не-не-не, рейд. Я не... А модеры могут кинуть рейд? Нет. У тебя есть редактор? А что в ней модеры работает? Модеры могут кинуть рейд? Так работает. Не, рейд кинь, рейд. Я пробовал. Это типа, сейчас это два рейда. Все, тогда ты стримишь. Все, пацаны, всем пока. Увидимся у Картмана.